Сотрудница одного из банков Таразия в течение 3 лет оформляла кредиты на имена клиентов, переводила деньги на счета своих знакомых, а после обналичивала их. Общая сумма ущерба составила 60 миллионов тенге. Пытаясь скрыться от правосудия, она была объявлена в международный розыск. После задержания в России ее вернули в Казахстан. На данный момент она водворена в СИЗО. Отмечу, что это уже 11-й случай экстрадиции за финансовые преступления в этом году, от действий которых пострадали более 350 человек на сумму около 7 миллиардов тенге. После совершения преступления она скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В апреле текущего года фигурантка задержана на территории Краснодарского края, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.